BetSafe. Generalinis Žalgirio futbolo klubo rėmėjas. Ну, что сказать об игре. В первую очередь мы поздравляем наших фанатов, болельщиков с победой. Ну, а так скажем, что такая интересная игра. Наконец мы на своем стадионе сыграли этот матч. Ну, интересно было в том, что много-много что получилось при созидании. Есть то, что не получилось. Как, ну, как обычно, обычный матч, да. Немножко портит картину, конечно, травма Паулюса Голубицкаса. Ну, сегодня-завтра буду смотреть, насколько она серьезна, но она действительно серьезная. Поэтому, а так, всех с победой. Жальгирис имел 3 игры подряд без победы, теперь победа и быстрый гол. Как изменил игру? Всегда быстрый гол, он дает воодушевление, он дает уверенности больше в игре, поэтому... Чем быстрее, наверное, забивается, тем лучше. Но, с другой стороны, иногда быстрый гол не всегда хорошо работает потом всю игру. Вы перед игрой были на втором месте. Вам незнакомое такое место в этом сезоне. Теперь вновь лидеры. Как чувствует себя команда вот на самом верху? Ну, как вы сами сказали, да, это привычное место, но за него надо бороться. Каждый день, каждую игру... Каждый эпизод на матче, за него надо бороться, за это место. Поэтому она очень тяжело достается. Вот, и травмами, и микротравмами, и прочими действиями. Поэтому не все там сладко, да, но к этому мы стремимся, это наша задача. И отдыха нет, пара дней, и игра с Джугасом приезжает сюда. Чего ожидаете от этой игры и от оппонента? Как и от всякой игры, хороших слаженных действий команды, интересных действий, забитых голов, в первую очередь, да, говорим. Ну, а Джугас – это открытие, может быть, так сказать, этого сезона. И очень хорошо начали, стартовали. Может быть, где-то середина прошла не так уверенно у них, да. Но они бойцы, они с любой командой играют свой футбол.